Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня новый урок, узор, вязание спицами. Вяжу на достаточно толстой пряже, поэтому рисунок хорошо видно. Раппорт данного узора кратен 3 петлям. То есть вы должны набрать кратное 3 плюс 2 кромочные. Высоту узор составляет 6 рядов. Первый ряд. Первую кромочную снимаю. Далее весь ряд провязываю лицевыми. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Второй ряд. Первую кромочную снимаю, весь ряд провязываю изнаночными. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную снимаю. Отступаю 3 петли и вытягиваю нить. Одну петлю провязываю лицевой. Оставшиеся 2 петли вместе провязываю лицевой. Это раппорт узора. Я буду повторять его весь ряд. Через 3 петли вытягиваю нить, одну лицевую. И оставшиеся петли вместе лицевой. Так вяжу до конца ряда. Последнюю кромочную в ряду изнаночная. Четвертый ряд. Первую кромочную снимаю. Весь ряд провязываю изнаночными. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Пятый ряд. Первую кромочную снимаю. Весь ряд провязываю лицевыми. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Шестой ряд. Первую кромочную снимаю. Отступаю 3 петли. Вытягиваю нить. Первую петлю провязываю изнаночной. Затем 2 оставшиеся вместе провязываю изнаночной. Это раппорт узора. Я так буду вязать весь ряд. Отступаю 3 петли. Вытягиваю нить. Первую петлю провязываю изнаночной и 2 оставшиеся вместе провязываю изнаночной. Так вяжу до конца ряда. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Далее вяжу с 1 по 6 ряд. Такой рисунок у меня получился.
Это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.